Хлеб, приготовленный из двух сортов мюки, получается менее воздушным, но более ароматным и вкусным, чем классический хлеб. Приготовить его несложно, главное, предварительно подготовить закваску. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить хлеб из мюки и двух сортов, пшеничной первого и второго сорта. Такой хлеб получается более ароматным и имеет плотную структуру, а также очень хрустящую корочку. Вы можете выпекать такой хлеб в форме или на хлебопекарном камне. Настоятельно рекомендую второй вариант, так как камень для хлеба равномерно распределяет температуру по выпечке и не дает изделиям подгореть. Обязательно извлеките готовый хлеб из формы и остудите на решетке. Благодаря этому образуется хрустящая корочка. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Закваску разведите водой и перемешайте до однородности. В миску тестомеса выложите манную крупу, просеянную муку у двух сортов, соль и перемешайте. Добавьте разведенную закваску, оливковое масло и измельченный блендером и процеженный через сито миндаль. Вымесите тесто в течение 5-6 минут на второй скорости тестомеса. Готовое тесто округлите и выложите в предварительно смазанную растительным маслом миску. Накройте пленкой и оставьте на 3 часа при комнатной температуре. Аккуратно снимите пленку и выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность. Разделите тесто на 2 части, каждую часть округлите. Сформируйте хлеб овальной формы так, как вам удобно. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Переместите заготовки в формы, присыпанные рисовой мукой, швом вниз. Присыпьте заготовки мюкай и накройте пленкой на 1 час. Аккуратно переложите хлеб на пергамент, если вы его растаивали в корзинке. Стряхните лишнюю муку, сделайте несколько надсечек, сбрызните хлеб водой. Духовку вместе с камнем для хлеба разогрейте до 200 градусов и выпекайте хлеб в течение 45 минут. Остудите хлеб на решетке. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Пшеничная мука, 300 грамм, первый сорт. Пшеничная мука, 300 грамм, второй сорт. Закваска, опара, 400 грамм. Манная крупа, 25 грамм. Оливковое масло, 50 грамм. Миндаль, 200 грамм, измельченный в блендере и процеженный через сито. Соль, 12 грамм. Вода, 230 миллилитров. Комнатной температуры. Количество порций 7-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.